5 школьников из Татарстана стали призерами Олимпиады по химии. Все неполным составом планируют поступать в химический институт имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета. Мы в химическом институте уделяем очень большое внимание работе со школьниками. Наши сотрудники ищут молодых талантливых ребят. И совместно с их учителями, школьными учителями по химии, мы готовим их к олимпиадам разного уровня. Это и региональная, и всероссийская международная олимпиада. И мы очень гордимся, и мы очень довольны, что вот наши усилия, наша профориентационная работа с этими ребятами не пропала даром. И команда Республики Татарстан приняла в полном составе решение поступать в Казанский федеральный университет, в химический институт. Стоит отметить, что команда школьников Олимпиады по химии Республики Татарстан является второй по величине и по количеству завоеванных наград после команды Москвы. К Олимпиаде школьников готовили преподаватели из Химического института имени Александра Бутлерова Казанского университета. Один из них, Михаил Ягофаров, когда-то сам, будучи школьником, участвовал в подобных олимпиадах. Ребята прошли тот же путь, что и я в олимпиадах, и я надеюсь, что их ждут не меньшие успехи в учебе, в науке, потому что я, конечно, 5 лет в университете и последующие годы уже в аспирантуре, уже как научного сотрудника, они были для меня абсолютно замечательными. Я очень много получил от преподавателей и огромное удовольствие от научных исследований. Будущие студенты Химического института имени Александра Бутлерова поделились с нашим корреспондентом, почему выбрали именно Казанский федеральный университет. С 9 класса меня здесь растили, обучали, и я хочу здесь продолжить. КФУ – это один из лучших университетов страны и, скорее всего, мира. Здесь лучшее оборудование, лучшие преподаватели – и дом рядом тоже. Это хороший фактор. Я считаю, что КФУ – это не просто хороший университет, который может дать тебе хорошее будущее, возможности для твоего будущего развития. Это больше, чем университет, больше, чем химфак. Для меня это целая семья. Напомним, что призеры и победители всероссийских олимпиад школьников на данный момент имеют право на поступление в любой вуз страны без прохождения вступительных испытаний по профилю, соответствующему предмету олимпиады. Елизавета Никитина, Александр Фирсов, Универньюз.